Профилактика – лучший способ избежать пожара. Перед наступлением холодов сотрудники МЧС по всей стране совершают подомовые обходы. В центре внимания – частный сектор. Именно здесь особенно велик риск возгораний из-за неправильной эксплуатации обогревательных приборов. Соблюдение простых, но жизненно важных правил – залог общей безопасности. Уважаемые жители Республики Мордовия, в связи с установившимися аномальными морозами возникает риск увеличения количества бытовых пожаров. МЧС России настоятельно рекомендует вам соблюдать меры безопасности, не эксплуатировать печи с имеющимися прогарами и повреждениями, следить за состоянием электрической проводки, не перегружать электрические сети, чтобы это не вызвало аварийных режимов работы. А особое внимание нужно обратить использованию газового оборудования. Если вы хранили баллон на улице и заносите его в помещение, то при повышении температуры внутри газовой смеси может произойти взрыв.